На реконструкцию Максима пока нет денег. Открытие культурного центра на Ланском шоссе отложено. В 2005 году объект попал в список предприятий, которые предстояло ликвидировать, а все имущество должно было перейти частным компаниям. На этом месте планировали построить сначала многофункциональный комплекс, затем бизнес-центр. Впоследствии приняли решение сохранить кинотеатр. Как известно, на территории Приморского района вообще нет каких-то таких культовых театральных площадок и концертных в том числе. Поэтому людей, конечно, беспокоит, что здание стоит, и оно недостроено. Ремонт типового здания на Ланском шоссе начался в 2010 году. Было выполнено 70% от общего объема работ. Однако реконструкцию приостановили. Сначала из-за недобросовестности подрядчиков, после не хватило средств. Пока же разработан проект, согласно которому в здании разместят театрально-концертный зал.